Всем привет! Сегодня в 4-м президенте буду проходить дополнение «Разные пути», которое можно проходить за Адерлонг. Мы начинаем. Я согласилась на эту миссию только лишь для того, чтобы приблизиться к своей цели. Что бы ни случилось, я смогу этого добиться. Конечно, прятаться в тени не в моем стиле. Мне придется открыться ему и предложить совет. Вижу, ты прибыла в деревню вовремя. Да, вот только дорожку не расстелили. Жители деревни полностью подконтрольны. Они автоматически нападают на всех пришельцев. Позвони в церковный колокол, это успокоит их ненадолго. Похоже, что это послушные мальчики и девочки. К сожалению, времени у нас нет. Собери как можно больше информации о паразитах и заканчивай свой тур. Agárralo.
Thank you.
Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Is that Thank you. Come back. Any time. Thank you.
Наконец-то! Лорд Сатлер.
Куда все подевались? Bingo. Вот что мне удалось узнать. Азмут организовал культ под названием Лос Иллюминотос. Они воскресили какой-то паразитический организм, который они назвали Лас Плагас. Моей организации это известно точно. Значит, деятельность культа Сатлера стоит изучить детальнее. Члены семьи Сатлер обладали способностью контролировать Лас Плагас. Моя организация выдвигает гипотезу, что некие уникальные звуковые волны контролировали этих паразитов. Тот же самый принцип используется в свистках для собак. Это мы получили после анализа образца ткани. В ткани содержался орган, который предположительно использовался для улавливания этих звуковых волн. Я видела, как члены культа несли ритуальные пруты, и мне интересно, не они ли издают эти самые волны? Конечно, это теоретическое предположение. Моей организации нужны образцы тканей паразитов, чтобы подтвердить или опровергнуть эти теории. Это главное задание моей миссии. И единственный способ доказать свою преданность организации. Да, это очень интересная игра. Назад дороги нет. О нашем расследовании узнали члены культа Иллюминатус. Ты, наверное, говоришь об этом странном испанце. Где он сейчас? Его держат в заброшенном доме в северо-восточной части деревни. Пока он не добудет образец, мы не можем допустить его смерть. Можно было не напоминать. Луиса Роу. А я думала, я занимаюсь техподдержкой. Thank you.
Welcome. Got a selection of good things. What are you selling? Is that all? Ah. Is that all? Is that all? Is that all? That, what are you buying? Is that? Thank you. Is that all, strength? Thank you. Come back any time. Ну так, друзья, спасибо всем за классный отдых. Подписывайтесь и ставьте лайки.